Здравствуйте, друзья, еще раз. Наташа орешки им принесла. Орешки обезьянки любят, всегда просят, всегда с удовольствием кушают. По очереди, Гошечка. Гошенька, не жадничай, не жадничай. Маруся тоже хочет? Ого! Иди сюда, да, вот сюда, дай ему. Ой, Гошенька, ну ты чё, не жадничай. Залазь, залазь на свою эту. Наташ, насыпь ему на этот. Пусть достает, на, Гош. Орешки, на. Доставай. На, котик. Попочку приподнимай. На, приподнимай. А Маруську ищет, а Маруська вон за мной прячется. На, Марусечка. На, моя девочка. Маруся тоже хочет. Изменилось, конечно, у меня поведение. Стал прям чувствуется, что... И у нас спокойнее, спокойствие на душе стало, что ей спокойней. Молодец. И это видно, и чувствуется, что девчонка прям стала другой. Это моя умничка. Нет. И к Наташе по-другому относится. И ко мне стало как-то относиться, знаете, более нежно, так это, трепетно, можно так сказать. Давай лапками поднимайся. Ага, молодец-то какой. Ты умничка. А Гоша это вообще наша прелесть, гордость. Это... Такой ты спокойный ребенок. Звезда канала, скажем так. А он сейчас увидит, что ты Марусе даешь. Глянь, как он ротик открывает, когда он видит, что ты даешь ей. А она прыг ко мне. Ой, ой. Они чистят арахис, да? Да там мама хоть щебенки наберет, лишь бы давала что-нибудь. А вот этой моей Марусечке, красотусечке, тоже дайте. Будьте так любезны, мам. Мы тоже хотим орешков похлопать. Они такие вкусные, такие замечательные. Эти орехи. Да. А Гоша возмущается. Ты не возмущайся, все поровну. Чего ты возмущаешься? Наташа, а вот этот, вот дай ей, смотри, как он ротик откроет. Он уже устал вставать. А это прижалась, всем пузом прижалась, всем телом, не знаю. Ты... Пытается в руку все набрать, Сереж. А, да ты че, руки загребущие. Ой-ой-ой, мешки какие ты натрамбовала. Маруська, да ты шо? И чё ты? Будешь сидеть теперь? Давай, сиди с теми мешочками. Перетирай, утрамбовывай. Ой, орешки, какая красота. Какая сытная еда. Тоже, друзья, зашел сегодня этих орешков.
купил там в пакетике. 700 рублей. Орешков прикупил, зашел. Обезьянкам побаловаться. Им постоянно надо орешки, Сереж. Ну. Вот они все орешки едят, вот кешью плохо едят. Давала, не нравится. Так, ну все, будем заканчивать, значит, друзья, подписывайтесь на наш канал, на телеграм-канал. Всего вам доброго, будьте немножко добрей, пока-пока.